Соя сорт Prudence. Сегодня 6 июня. Два настоящих листа. Даже уже тройчатый лист формируется. Один здесь уже была гербицидная обработка. Еще до дождей. Также здесь был почвенный препарат. Так что здесь все сейчас пока нормально. И в целом сою пока еще никто так сильно и не тревожит. Год интересный. Здесь еще будет противозлаковый препарат. Год интересный такой, прохладный, дождливый. Последние 10 дней. Вот так соя выглядит. В целом неплохо. Местами встречаю поражение растений ростковой мушкой. Пока не критично, но фермеры жалуются, что посевы, ну, у некоторых очень изреженные. Здесь тоже я вижу проблему эту, но как бы в рамках густоты в итоге это будет несущественно. Процентов, наверное, вот на этом участке, вот именно здесь я вот так остановилась, так получилось. А процентов, наверное, 5 точно есть поражений. Процентов точно есть. То есть сам не ожидал, как бы такую картину увидеть. Так, соя в целом неплохая. Растет, развивается. Здесь где-то 600 тысяч норма высева. Вот еще пораженный участок ростковой мухой или мушкой. Буквально сейчас общался с человеком, у которого тоже повреждение. Осталось где-то 350 тысяч растений на гектар. Как бы такой вопрос был, хватит ли густоты. Если повреждения равномерные, если поле относительно чистое, то обычно этой густоты достаточно для сои, для развития. Здесь вот совсем повреждение сильнее, сильное. Но в целом, как бы, в целом, если говорить, нормально все. По равномерности, по густоте. Есть вот такие вот очаги, но пока вроде бы это незначительно в рамках этой густоты. Так, по наличию бактерий клубеньковых. Сейчас такая уже фаза, когда бактерии уже должны работать. Да, бактерии присутствуют. Присутствует. Здесь был хайкоут Super Soy плюс экстендер. И вроде бы добавляли Delit Pro. Да, фунгицидный протравитель. Также были участки, где был только нитроген, ну, нитроген КМ. Такой инокулянт. Тоже в посевах присутствует, но присутствует уже в поздних посевах, где в день обработки обрабатывали, то есть сеяли в день обработки посевной материал. Вот такой вот на сегодняшний день, такое вот состояние посева на сегодняшний день сои. Уже тройчатый лист. Сегодня, можно сказать, первый день тепла. Первый день тепла. До этого было холодно, дождливо. Как-то было неуверенно. Сейчас уже
полегче. Вопрос, какая будет теперь температура. Там идет вроде бы нарастание. Так смотришь на неделю, 20. В конце недели, ну я имею в виду прогнозный, там уже 29. 28-29, такая температура днем, и ночью где-то 18-20. Так что, думаю, все будет нормально. Сегодня 6 июня, соя сорт Prudence. Здесь безотвальная обработка. Пшеница. Предшественник. Была предпосевная культивация, сев где-то в начале апреля, 6-го, может быть, 7-го. И почвенный препарат, вот как раз следы от почвенника. Здесь от почвенника носили, следы остались. Хотя нет, может быть, я ошибаюсь. Скорее всего, почвенник, и там уже гербицидный след. Так что вот так.